Все раз и ночи. Прием выигрывает Кристина. Сбоит крушовка. Впереди Кристина. Рядом Агара Лоб на третьем месте. Метелица на четвертом месте. Ванда Лоб на пятом месте. Честная Лоб. Тут же Кристина. Замокает большим вставанием крушовка. Лучше лошади выходит из поворота, а вот опять не первые 400 метров, первый выход на горолок, второй не пусина. 31,7 секунды резвости в первой четверти перед прибудами. Лови! Ангаролок и пусина на третьем месте не разлетелится. Попробуй, подтягивается ванголок, поедет на горолок, на втором месте он будет ванголок. На третьем месте летелится, на четвертом месте пусина, рядом пятый честный лок, на шестом месте ангаролок и большим основанием. Сбоит Ванда Лоб. Впереди Персина по направлению Майного Гайкуна. Персина первая. Проход на 800 метров. На втором месте Метелица. Лошади Украинского конного завода лидируют. 32,3 секунды резать стало четверть. Противоположная прямая. Впереди Персина. На втором месте Метелица. На третьем месте Честная Лоб. Подтягивается Персина. На пятом месте Ванда Лоб. Шестой Ангаролок. Недалеко. Замыкает крушовка. Борьба лидирует. Персина и Метелица. На третьем месте Честная Лоб. Рядом с ней Бобровки Кирсира. Пытается улучшить свою позицию Ванда Лоб. Прошли отметку 1200 метров. 33,8 секунды резвость третьей четверти. Барьера финишного прямого выхода Метелица и Кирсира. На третьем месте пытается вновь выйти Ванда Лоб. А дальше с боя тут же Честная Лоб и рядом Кирсира. Финишная прямая. Кристина одерживает победу. Второй финишировает Метелица, Ванда Лоб. Неправильно. Вот она, третьем месте. Далее Кристина и Честная Лоб. Финиширует Ангара Лоб. Заглядевшись на ход Ванда Лоб, пропустили борьбу на финише Кристины и Метелицы, которая первая оказалась сильнее. Под управлением Айгора Гайкуллина, принадлежащего